Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Галерея «Вавилон» и благотворительный фонд «Радость» приглашают всех самарцев на персональную выставку Николая Вдовкина. Николай Вдовкин – один из ведущих мастеров эмальерного искусства в России. Постоянные темы его творчества – любовь, борьба добра и зла, природа, космос, мировое пространство. Художественная эмаль – искусство древнее, но в то же время современное, понятное. Эмали Вдовкина близки к живописи, только роль связующего здесь выполняет огонь. Выставка Николая Вдовкина открыта с 15 ноября по 15 декабря. Время работы – с 11 до 19.00, кроме воскресенья. Музей «Модерна» запустил аудиогид по выставке «Женская мода в стиле модерн» из коллекции историка моды Александра Васильева. Вы можете насладиться рассказом самого маэстро, который он записал специально для этой выставки. В музее выставлено 50 женских костюмов, платьев, накидок, а также аксессуары начала 20 века. Все это ручной работы. В Доме культуры «Чайка» открыта выставка «Графики на солнечной стороне». Это первая персональная выставка самарской художницы Елены Маховой. Очень нежная и легкая. Выставка будет работать ежедневно, вплоть до 9 декабря, с 10 до 20.00. 20 ноября в Самаре и других городах России пройдет географический диктант. Организатор «Русское географическое общество» приглашает всех желающих бесплатно проверить свои знания географии. Диктант включает 30 тестовых заданий. Вопросы будут посвящены географии России. В прошлом году средняя оценка по России составила всего 55 баллов. Школы и вузы Самары предоставляют для диктанта свои аудитории. Все подробности ищите на сайте Российского географического общества. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!